В республике при поддержке правительства Бурятии реализуется национальный проект «Экология», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Программы проекта помогают снизить уровень загрязнения воздуха, сохранить леса, водные системы и создать особо охраняемые природные территории. В рамках нацпроекта в регионе реализуются 4 крупных федеральных проекта. Первый – сохранение уникальных водных объектов. В этом году планируются работы по улучшению экологического состояния озера Катакельское. Работы планируют завершить в 2024 году. Федеральный проект сохранения озера Байкал. Цель проекта – улучшить экосостояние озера. В прошлом году республика получила свыше 2,5 миллиардов рублей на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Также планируется ликвидация свалок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проект «Чистая страна» предусматривает рекультивацию в 2023 году 3 свалок в городах Кяхта, Закаменск и Северобайкальск. И еще один федеральный проект в Бурятии – комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. По проекту будут оборудованы новые контейнерные площадки с современными контейнерами для мусора.